Доброе утро, девочки. Мы вышли погулять. Было сначала солнышко вылезло. Вроде как показалось нам, что погода теплая. Вышли погулять? Нет. Гуляем тут у людей. Дачки. Какие тюльпаны большие, красивые. Домики. Короче, нет тепла, холодно. Уши мерзнут. Оно светит. Ушки мерзнут. Вот так. И гуляем. Видишь, на солнышке вроде выйдет более-менее. Ухи не мерзнут. Тут дачные участки у людей. Ну, вот здесь, в принципе, можно было дачу взять, наверное. Ну, так, просто ничего не сажать, ничего не делать. Для отдыха. Но мы так не умеем. Да. У нас, если достается, нам надо строить, нам надо что-то делать. Мы так не умеем. Поэтому... А времени строить тоже нет. Тихо, все спят. Птички только чирикают. Смотрите, какое небо там черное вдали. Вот тебе. О, фазаны где-то орут. Где-то орут фазаны. А это черемуха уже так цветет. Все цветет. Холодно, ветер, дождь. Пчел нету. И вполне вероятнее, что и на деревьях ничего не будет. Опылять. Все, запах пошел, ты слышишь? Ага. Черемухи огромная. Но этот запах я не могу долго нюхать, потому что у меня начинает голова болеть, а? Да, такой турманит. Вон Мюльфербрэнг еле видно. Там. А вон, смотри, вертушку еле тоже. Ну. Там коняшки гуляют. Ой, а там кто-то плавает в воде. Крысы, наверное, бульки я видела. Какая-то акула там плавает. Такое здоровое черемуха. О, смотри, смотри. Голубь прилетел. Холодно, ветер холодный. Ты тут вообще ветер холодный. А тут коники ходят. Ой, что-то... Грязно сильно у них. Дожди шли. Конячки. Ну так, оставляют они тут. Тусуются никакой охраны. Давай, Сережа, присоединяйся к нему. Тоже пошел. Ну, что, присоединяйся. Давай, беги, я тебе говорю. Вот погода интересная вообще. Если честно, этот мужик сзади бежал, пока я коников снимала. Он так фыркал, я думала, коник бежит. Вон еще лошадки гуляют. Давай, Сережа, присоединяйся к нему, тоже пошел. Ну, что, присоединяйся. Давай, беги, я тебе говорю. Вот погода интересная вообще. Если честно, этот мужик сзади бежал, пока я коников снимала. Он так фыркал, я думала, коник бежит. Вон еще лошадки гуляют. У девочки вон лебеди летят. Два лебедя. Как они гуркают. Кошмар. Это звук от крыльев или то, что... Или то, что это... Не... Они разговаривают. А может, они это... Два лебедя полетело. Дышит. Место ищет, наверное. Это, наверное, те лебеди. Все, все. У меня есть панацея от того, чтобы не слушать то, что она болтает. Все, замолкла. Вот так надо. Она придет с работы. Она это пока все не вывалит мне в уши. Я не могу. Я прихожу с работы, я ничего не рассказываю, что у меня там делается. Господи, помилуй, господи, орёт еще. Честникай!
Ужас! Ужас! Кошмар! Фу, у меня аж голова разболела, честное слово. Не успеет порог переступить. Не успеет порог переступить, как с автомата. И вот это вот еще во все горло. Я теперь знаю, как. Включаешь телефон и все. Нету! Аллилуйя! Боже, аж реально голова разболелась. Это ж столько информации, у меня не успевает мозга принимать. Кошмар. Все. Все теперь. Кошмар. Короче, дубачина невероятная. Невероятно. Сегодня пешком пришла на работу. Дубак невероятный. Я не хочу это. Кошмар. Вообще холод бешеный. Ветер такой на зим. Реально зимние куртки надо носить. Потому что холод страшный. Дождь, ветер, господи. Болтуха! Кого ты это болтуха? Мама дорогая! Как у нее язык-то не болит стуком? И вот каждый день с работы приходит, только переступает порог. Все, она пока все не вывалит, она не может ни сесть, есть ничего. Готово, слова не вытянешь. Трындычиха, трындычиха! Николь, я тебе... Я тебя знаешь, как буду называть, Николь? Трындычихой. Короче, вот такие дела, девочки. Холод невероятный. На эту неделю точно. Все дни будет. Холодрыга, дождь. Ничего не хочу, в отпуск хочу. Все. Николь? Спросить, что там прививки делают, не делают. Короче, сегодня читала, кто сделал прививку, на того не будет распространяться локдаун, то бишь могут гулять, могут, короче, встречаться друг с другом. Блин, про эти помидоры я забыла, они уже плесенью покрылись. Короче, встречаться друг с другом, я не поняла, я эту селедку-то свежую покупала, что она мне надулась. Канаде, что ли? Сейчас я на прошлой неделе брала до 29-го, 4-го. А сегодня у нас 3-е, уже 5-е, да? Может, или музыку включила? Может, ее съесть? По-быстрому. Вообще, без запаха, без всякого. Я сейчас нарежу. И все, и пускай едят. Встречаться можно будет, ездить можно будет. Ну, короче, послабление тем людям, кто сделает прививки. Вот таким образом они других подталкивают привиться. Тот, кто хочет более-менее свободной жизни, просто будет идти и будет прививаться. Все. Все. Вообще нормально. Только пить после нее всегда хочется. Такие дела. Так что делай прививку. Nine. Делай прививку. Давай. Ну и сиди, не в отпуск никуда не езди. Я не одна так думаю. Все равно все сделают. Mm. Все равно заставят все сделать. Так что, девочка моя, тем более ты в больнице работаешь, обязательно заставят.
Да, что хотела? Сметану, масло, сметану, масло, не знаю, что. Сама с чем сделать. Сметану с маслом. Ну ладно, сметану сделаю. С работы на работу. Туда и сюда, и туда и сюда. Прибежала, бегом. Стирка, варка, парка. Волосы дыбом, блин. Еще взяла утром, их побрызгала лаком. Пошла на работу. А там ветер, дождь. Все. Такое ощущение, как будто волосы грязные. Такие дела. Сереж? Да. А, ты с работы пришел? Ну, вовремя, короче, у меня все. Это ты купил туалетные бумаги? Говорю, Сереж, заедь на работу, купи туалетные бумаги. Купил целую сумку, 5 продуктов. От транжира! От транжира! Николь, ты что сюда ставишь этот мусор? Выноси его сразу. Чего это, блин, за... Я сейчас камеру поверну и поржешь. Давай вместе поржем. Че ты? Давай, еще раз иди сюда. Смотри, устала она, блин. Плясать на весь дом она не устала. Вот Афа. Вот Афа. Девочки, только третья сегодня, третья. А отпуск у меня 3 июля. Представляете, это вечность. Просто вечность. Ой, ты ж бага какая. Че, устал? Ага. Коленка болит? Угу. Надо чимось помастить. Работает у меня скрытая камера, я вон ее ловлю. Сережа, так она пришла? Она пришла, ты же знаешь, как себя с порогу начала? С порога! Чего? Пока я камеру не включила, я теперь нашла, видишь, кнопочку. Да. Цирк. У меня в доме цирк. Уехала, клоуны остались. И вообще понедельник я не люблю. Терпеть не может. Как-то не может организм здраво перестроиться. Цветы вам надо пересаживать. А мне не хочется там в холоде лазить. Смотри, кинула мусор сюда. От срока. Все, котлеты сделала, салат сделала. А у меня что-то есть. Так, бананы купила. Девочки, что у меня есть? Сережа транжира купил. А этот папа мне купил. Ну-ка, засунь мороженое в этот, в холодильник. А где мое? Николя, ты на диете. Здесь суши безумно. Все равно ты на диете. Ты на жесткой диете. А я не насильно жесткой. Только закрывай хорошо, чтобы она не мерзла. Вот, я тебе сделала салат, ешь. А со укропкой мах. Не, ну я тебе могу вот эти сушики, вот эти две оставить. С укропом. Ты икрыхавкусный. Ну что, если я их не люблю? Я вау! А ты бешлимп любишь. Да gibt dir auch Reste von Knochen hier, liebe ich noch. Не Рест. На, вот тоже холодильник. Видишь, места нет. Да не в морозилку, а в холодильник то положи. А ты была такая у врачихи, они тоже делают липку? Я. Egal wer kommt. Hä? Egal кому? Bayern-Technik. Я говорю, egal кто придет. Ja. А!
Тут яйца на мышку не полетели. Все, короче, можно приступать к приему пищи. Смотри, что она делает, а? Издевается. Издевается. Надо матерью. Дискотеку устроила. Николя, блин, у меня и тут не пропустит. Хекса. Сразу убежала. Я поставила на дверь. Все, ты оттуда не выйдешь. Вешалка, девочки, вешалка в доме. И вот так постоянно. Девочки, ну вы это видите? Вы это видите? Это что вообще? Кошмар, какая ладрыга. Вообще жесть. Уму непостижимо. Инка, у вас тоже льет там? Кошмар какой. Как я с машины теперь не могу выйти? Боже, как оно реально надоело. Вы что там, гидромедцентр, блин, напишите нормальную погоду. Это жесть какая-то. На всю неделю написали до 8 градусов и дожди. Куда? Мальчик на велосипеде еле едет, затопило его. Господи, я в отпуск хочу. Мы все хотим в отпуск. Короче, мерзнем. Мерзнем, достаем все куртки зимние. Мне особо не надо их доставать, я их и не прятала еще. И живем дальше. Мне сегодня бабка знакомая говорит: ну, май, типа, май всегда холодный же. Я говорю, а апрель, блин. Че холодный-то был? Еще неизвестно, июнь какой придет. Жесть. Вот типично осенняя погода. Такой же ветер пронизывающий, холодный. И вот этот дождь. Холодно. Типично осенняя погода. Нихера даже близко весной не пахнет.